конце мая во многих школах стало традицией проведение торжественной линейки, на которой подводятся итоги всего учебного года, а также награждаются лучшие из лучших. Исключением не стал и лицей номер 21. Добрый день, лицеисты, учителя и педагоги лицея! Сегодня мы собрались на торжественную ежегодную церемонию, посвященную финалу учебного года. Закончился еще один год, и за прошедшее время произошло немало интересных событий. Торжественное мероприятие открыла директор лицея номер 21 Оксана Иващененко. Дорогие лицеисты, уважаемые учителя, поздравляю вас с окончанием 2020-2021 учебного года. Сегодня в нашей жизни, в нашей лицейской жизни свершается традиция. Всегда по окончанию учебного года мы организуем праздник, который звучит под очень торжественным названием «За честь лицея». Вы защищали честь лицея на интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, турнирах, спортивных соревнованиях. И вам за это, ребята, большое спасибо. Лицей гордится вами и вашими достижениями. И этот праздник «За честь лицея» – это праздник для каждого лицеиста, в честь каждого лицеиста. Награждение прошло по нескольким номинациям. Отметили преуспевающих в учении лицеистов, отличников и хорошистов. Упомянули учащихся, принимающих активное участие в общественной жизни класса и лицея, а также имеющих высокие спортивные достижения. Кульминацией линейки стала номинация «Лицеист года». Лицеист года – это учащийся, показавший высокие результаты при обучении и занявший призовые места по предметным олимпиадам муниципального, регионального и всероссийских уровней. Было отмечено 20 лицеистов, 20 наиболее активных и успешных учащихся. Кроме этого, были номинации «Лучший класс» и «Лучшее портфолио класса». В этом году впервые проводится конкурс «Лучшее портфолио класса». Вообще, основная идея портфолио класса – показать, на что ты способен, то есть на что способен класс. В портфолио учащиеся отразили свои достижения в учебной, творческой, социальной, коммуникативной видах деятельности. Символом окончания учебного года и линейки стал последний звонок. Кроме награждения, на линейке выступали лицейские ансамбли «Улыбка», «Созвездие» и группа «Эксклюзив» с праздничными песнями. После этого в каждом классе еще были вручены грамоты, прочтен инструктаж по технике безопасности. Итоги учебного года и торжественной линейки в лицее подвела заместитель директора по научно-методической работе Любовь Рубцова. Вот и завершился учебный год в лицее, а финалом его всегда является праздник. Праздник за честь лицея. Мы его проводим ежегодно уже 26-й раз. И здесь самые лучшие результаты, самые лучшие ученики, самое новое, что было в этом учебном году, конечно же, представлено. Мы подводим итоги. И возникает вопрос, а какие же они? Итоги лицея 2021. А они у нас замечательные следующие. У нас есть победители регионального этапа олимпиад. У нас есть призеры. У нас есть люди, которые уже сейчас являются студентами Московского государственного университета. Это олимпиады, это конкурсы, это спортивные достижения. Праздник был для 5-10 классов, потому что у 9-11 будет своя большая церемония. У нас на сегодняшний день 13 отличников, 79 ударников, и это та часть небольшая, 5-10 классов. А если мы берем еще 9-11, мы понимаем, что половина учащихся лицея – это люди, которые обучаются на 4-5.
Поэтому мы желаем им успеха, удачи. А сейчас у нас начинается непростой период. Наши двери открыты. Они открыты для новых учеников. Мы начинаем приемы в 5, 8 и 10 класс. Именно сейчас проходят вступительные испытания. Именно сегодня мы открываем двери. И наши профили социально-экономические, естественно-научные, технологические начинают свою работу. Мы ждем всех, и этот праздник будет уже ваш праздник.